25 тонн фиников для поддержки нуждающихся. Сегодня посол Королевства Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахим Аль-Ради передал высокоценные сухофрукты руководству Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Как отметили в ведомстве, финики будут распределены среди соцучреждений Бишкека и Чуйской области, в частности, домам престарелых, детских домов, малоимущих семей и сирот. Посол Ибрахим Аль-Ради отметил, что мероприятие по раздаче сухофруктов реализуется Центром спасения гуманитарной деятельности имени короля Салмана и является одним из проектов, предназначенных для ряда дружеских и братских стран наряду с Кыргызстаном. Сауд Арабиан из АТН Эльчи келип тапшырды. Саудовской Аравии в прошлом году предоставили для страны 25 тонн фиников. Тогда мы отдали 5 тонн муфтиату. Как вы знаете, туда тоже обращаются граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. А вся остальная часть была роздана малоимущим семьям и соцучреждениям. В этом году тоже финики будут отданы нуждающимся семьям и домам-интернатам.